Мужчина погиб под колесами грузовика в Кирове. Авария произошла на перекрестке улиц Лепси и Сормовской. По предварительным данным, КАМАЗ уходил от столкновения с попутной машиной. Водитель большегруза не справился с управлением. Многотонник выехал на обочину и сбил пешехода. С места происшествия Ульяна Ездакова. Вот на этом перекрестке Лепси и Сормовской произошла трагедия. Погиб 64-летний мужчина-пенсионер. Его сбил грузовой автомобиль КАМАЗ. Авария произошла около 11 часов дня. Груженный кирпичами КАМАЗ ехал мимо дома по улице Сормовской, 42Б, в сторону Лепси. В это время рядом с многотонником ехала Тойота. Водитель КАМАЗа попытался избежать столкновения и резко вывернул руль вправо. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля КАМАЗ не справился с управлением, выехал на тротуар, где совершил наезд на светофорный объект, на дорожный знак и мужчину-пешехода. В результате происшествия мужчина-пешеход погиб на месте. Водитель КАМАЗа в ДТП не пострадал. По предварительным данным госавтоинспекторов, мужчина был трезв. Подтвердится ли это, покажут результаты медосвидетельствования. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, которые осуществляют регулировочные действия. Устанавливаются все причины и условия совершения аварии. По словам сотрудников ГИБДД, личность погибшего установлена. Им оказался 64-летний кировчанин. Ульяна Ездакова, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича.